встречается в хвойных и лиственных лесах. Предпочитает сырые и кислые почвы, с некоторыми лиственными деревьями может образовывать микоризу. Время плодоношения – август-сентябрь. Диаметр шляпки – 10 см. Поверхность шляпки оливково-бурого цвета, в центре более темная, со светлыми зеленоватыми краями, загнутыми вниз и темными редкими чешуйками. Ножка, сначала белая, в процессе созревания гриба приобретает светло-зеленый или оливковый цвет. Низ ножки темно-серый или черный. Ножка сплошная, гладкая, длина ножки 8 см, толщина 2 см. Мякоть, беловатого цвета, под кожицей ножки и шляпки бледно-желтоватая. Пластинки белые или сероватые, практически свободные, широкие, шелковистые. Имеет слегка горьковатый вкус и запах, напоминающий свежую муку, некоторым такой запах не нравится. В пищу пригоден, употребляется в соленом виде. Гриб практически неизвестен. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.